Полное описание и точная дата выхода третьей серии нового сериала «Серебряный волк». Третья серия сериала выйдет на Первом канале 15 февраля. В новой серии мы увидим, как убийство китайского бизнесмена-миллионера Вонга Ки грозит сорвать деловое сотрудничество между Россией и Китаем. Найти преступников необходимо как можно скорее, по горячим следам. Возможно, убийцы принадлежат к печально известным триадам, что может существенно осложнить расследование. Юля сильно обижена на Волкова за то, что он все эти годы скрывал, кто ее настоящий отец. По просьбе Юли Каморин узнает в архиве, что ее родителей готовили к общему заданию, но затем Демин уехал один, без Марии. Демин рассказывает Юле, почему так произошло. Напомним, третья серия сериала выйдет на Первом канале 15 февраля. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.